Муром входит в число самых благоустроенных городов России. С недавнего времени вторую жизнь обрели муниципальные парки, которые смело можно назвать городской достопримечательностью. А какой парк в Муроме был первым? На вопрос телевикторины правильно ответила Людмила Колпикова. И за это получает приз телепроекта. В 1852 году князь Трубецкой на свои средства разбил бульвар южнее собора Рождества Богородицы. Состоял он из двух аллей. Назывался Кремлевский, потому что был разбит на Кремлевской горе. После сноса собора Рождества Богородицы бульвар перезанял территорию и называется теперь Окским парком. Я знаю свой город, люблю и очень-очень им горжусь. Муромцам действительно есть чем гордиться. В истории города много славных героических страниц и имен. В купеческой семье родился наш земляк, который стал участником жестоких боев в русско-японской войне. Его имя золотыми буквами вписано в летопись обороны Порт-Артура. Этот герой России жил в нашем городе в начале 20 века, учился в Муромском реальном училище и совершил свой подвиг. Муромцы увековечили имя героя. Его портрет находился на южной стороне актового зала Муромского реального училища. Его имя было присвоено построенному контрминоносцу. Назовите, пожалуйста, имя героя и какой подвиг он совершил. Ждем ответ на вопрос 40-й телевикторины, который звучит так. Назовите имя нашего земляка, участника русско-японской войны, и расскажите о его подвиге. Прием звонков во вторник с 14 до 15 часов по телефону студии 9-98-55. Победитель получит приз. Регина Ломакина, Александр Симонов, Олег Сиротинский. Специально для новости Муром. Конкурс проводится при главной финансовой поддержке магазина «Страна игрушек», а также при поддержке магазина «Белая ворона».